Ну, все привет, дорогие друзья, да? Да. Типа того, приветика, друзья. Кому духов? Давай, духов. давай, нажимай чат-то. А как? Нажимай. Достаточно одному туда полететь, чувствую одному. Да не, лучше пока... Ну О, давай, нажимай раз, часто. Раз, два, три. Бесполезно. Нажимай. Тогда надо бежать с этой стороны. Тогда... Ой, ты О! Видел какой-то дерьмо Диман наш чат? Молодящий, кстати. Давай. А как туда переместиться? Ну, надо просто надо, много раз нажимать. Надо с этой стороны слева. А, слева направо бежать. Надо. Ладно, пошли дальше. Хотя можно, да, можно туда попасть. Бегите слева направо просто, вы не так делаете. Ну давай, слева направо. Ну давай, нажимай просто и все. Блин, ты нажимай. Не прекращай. Нажимай. Да он бегает постоянно. О, почти. Эх, почти. Almost. So close. А что такое? А может можно передвинуть можно? Нет, нихера. Нет. А причем? Я уже задолбался. Ну там коробочка. Ну ладно. Как? Короче, ну, пошлите там дальше. О, там ты непонятных плющей там вверх. А к ним лучше не подходить, потому что они жрут. Это я вам так скажу, по секрету. Поэтому можете идти спокойно, чего вы там ссыте? Я не ссусь, чего я здесь не могу такое делать. Ну ты даешь. Ну вот ты близко подходишь, он тебя жрет. А вот эта херня, я не понимаю, что. Подожди. Ай! Ой! Хотя мало отменяет. Отменяет. Отравляет она. Тихо. На. У меня скоро пятый уровень. Скоро. Оп! Сейчас зарядится посох. У тебя классно заряжается, блин. Поясом заряжает, да. Как это заряжается? Раз в три секунды. Ну, его сам, самозаряжающийся. Вау. У меня разный пад, я не знаю, почему. Ай, последний удар. Видишь, заряжается потихоньку. Я пока отвлекаю на себя семена эти. Семена? Он хочет с тобой спариться. Не пускает. Зародить тебе семя. Стреляй. Благоразумие. А что такие монстры тяжелые, слушайте? Вообще тяжелый. Ну, что ты хотел? А как это называется уровень? Седьмой, для седьмой уровень. А дальше там что-то тоже есть, я не вижу. Какое седьмое коромысло? Там никого нету, что ты пешка вот. А, ну все. Ну давайте этих бить, что. Бей слизняков. Они, кстати... Я с лука пока постреляю, что я прокачан. Отравляет, да? Ой, там паук с ней какой сзади. На задней стене, смотри. Я не вижу. Страшную. А, да, ползет. Это поди как этот. Осьминог какой-нибудь. Гитлер, осьминог Гитлер. Угу. Так, у них броня такая классная у этих. О, ой, он колес к вам, ребята. А форамос! Что случилось? Он меня съел. Он взорвался. Да, точно, самонаводящийся. Он такой ускорился и чпоки-чпоки, я опять начинаю с самого начала. Чпоки-чпоки. Чмоки-чмоки. О, красава. Он взрывается и отравляет, да? Ну понятно же дело. Он делает все ады жизни сразу. Все. Воу! О, я могу его просто это копьем убивать. Это очень удобно. Кто там травится? Сейчас умрет. Опять я. Давайте быстро наверх. Чекпоинт, пока кто-нибудь не сдох. Опа. Эй, мастер! А с каких добрых садах вращаются смертельно ядовитые пожирающие людей растения? Ну, я думаю, вы заметили, что старик подзапустил свой сад. Немного подзапустил. В самом городе есть парк, который сильно запустили. Но почему-то даже на такого раз... Ну, ты же знаешь, это волшебный мир с волшебными семенами, не менее волшебными побегами. Если это все лишь побеги, я боюсь представить себе какие-нибудь дерево, которое мы согласились рубить. О! Бочка! Где? Дайте мне выйти. Я забрал вам. Да, я забрал. Что там было? Зелье замедления яда. Слушайте, у меня какое-то сраное отравление. Ладно. Ты на чекпоинте что-то боишься. О, тут есть... Что-то есть. Так, было бы неплохо скушать сыр. Блин, ты, значит, подобрал сыр. Хочешь еще один я дам тебе? Давай. Инвентарь. Это волшебный сыр. Все, пошли. Волшебный сыр. А смерть все равно продолжается. А что здесь за тупик? Это овсянка, сэр.
Перед собой увидеть коридор, покрытый растениями, испускать странный газ, и прошу в этот раз обойтись без спускания ветров для реализма, знаю я вас. Где газ? Наверху газ. Мастер, насколько длинный этот коридор? Слепота! Давайте просто пройдем. Ой! Да, направо. Там слепота. О, кстати, слепота уменьшается у меня. Как это? А, слушайте, правда? О, там сундук наверху есть. Во-во-во. Налево надо идти, друзья. А давайте кто-то станет слева и будет говорить, куда идти. У меня уже все, слепоты нет. Где я? Правильно делаю? Я правильно бью? Нет, ты стоишь на месте вообще, в тупике. А, блядь, слепота! Нет, давайте, стойте, давайте эти бочки-то возьмем. Чего вы, блин? Подожди, вот сейчас слепота еще есть. Я стою... нужно стоять на месте. Я стою слепота, тут, потом. Нет. Я стою тут. Иди, а вы... прямо. А я буду указывать, кому куда идти. Давай. Стой. Прыгай. И налево. Налево. Прыгай все. Налево. Стой, все. Бей. Подбирай. Дальше бей. Влево иди. Влево иди. Влево иди. Я влево иду. Все, дальше еще. Влево иди. Ой, подбери. Бей. Еще влево. Три. Еще подбери. Влево. Подбирай. Все, подбирай. Еще левее. Еще есть? Подбери. Все, вправо. Раз, стоп. Подбираем. Вот, все, давай вправо. Влево. Стоп! Стой! Прыгни вниз. Прыгни влево. Короче, вверх, беги вправо. Вот, стой! Бей. Там сундук. Я вслепую, да, прыгаю. Вправо, давай. Вот, все, отлично, иди подбирай. Ух ты! Там для всех, для всех. Так, подожди меня, бегу, скажешь, где. Давай, стой. Прыгай. Все, давай вправо до конца. Нормально? Подбирай. Все, идите, скажите мне, куда идти. Давай. Блин, это прикольно. Я правильно пришел? Да. Подожди, а вот я... Все, давайте, говорите мне, куда идти. Все, стоп. Вверх и право. Нет, назад. Еще назад. Правее. Вверх, право. Шок направо, вот. Все нормально, до конца беги, подбирай. Все, убрал, потом меч. А тут еще бочки вообще-то были две, мы их не залутали. Да забей уже. Ну как это? Куда я иду? А, все, слепота. Нет, прикольно, кстати, вообще класс. Да, вообще неординарно. У меня какой-то кортик воина жесткий. Что там внизу? Ничего, не знаю. Прыгни вниз. Там нормально. Что там? Да ничего. Там нормально, ну прыгайте там. Я жив. Просто бежать опять. Так, я тут тупик. Вот! Нет, я не хочу туда идти. А, тут слепота опять! Да, тут опять лабиринт, ребята. Давай, беги направо беги. Давай, говори. Направо. Прыжок направо. Направо. Нет, все в порядке. Беги. Направо. А, стой. Налево. Развивайся направо. А вы наверх-то пробовали идти? Направо. Налево прыжок. Лево. Стой. Направо. Чуть-чуть направо. Прыжок направо. Нет, блин, еще. Тут... Еще раз прыжок направо. Стой. Нет, стой. Прыжок направо сейчас сделаю. Ать, назад, налево отойди. Стой, направо. Прыжок направо. Я нашел, куда идти по сюжету. Слышите? Подожди, тут классные сундуки, мы их должны залутать. Направо, блин. Где-то. Направо прыгай. Да с Клаудом у нас не получится. Нет, налево. Я хочу на это посмотреть, черт возьми. Направо. Прыгай, направо. Да что ты? Налево, направо. Все, достаточно отошел. Направо. Нет, налево. Нет, направо. Направо. Тихо, направо. Прыжок направо. Нет! Ты делаешь прыжок вверх, а потом вниз и скатишь. А, ну давай еще раз. Направо. Прыжок направо. Да! Направо иди, направо. А где ты увидишь? Тутай сундук. Подбирай там что-то. Шипованные кожаные доспехи. А, как ты увидишь, ты... А, ну, там эти... а, там и для нас что-то есть. Надписи что пишет? А куда мне дальше? И налево. Говори налево. Прыжок! Стой, назад. Стоп, левее. Прыжок влево. Нет, стой, назад чуть-чуть. Прыжок влево, давай еще. Вот, давай, все. Иди влево. Прыжок! Стоп, назад. Прыжок влево. Все, бей. А где я, Андрей? Да ты нет. У тебя что, другого нету, чем бить? Вот, все, подбирай. О, я вижу, ребята! Там слепота заканчивается, что ли? Да.
А вон наверху еще сундук. У меня 5 встреч. Слушайте, а там скажите, сундук и рычаг. Давай налево. Налево чуть-чуть иди. Мне говоришь? Да, тебе говорю, Антон. Налево чуть-чуть. Стоп. Прыжок влево. Подожди, рычаг нужен. Все, давай налево. Направо. Прыжок вправо. Все, стой. Я правильно бегу? Так, Антон, вправо. Давай, до конца бери. Давай я до рычага добегу. Давай, и все. Давай, Коля, вправо беги. Беги. Стоп, влево прыжок. Может, это будет вентиляция? Отлично, да, давай, влево. До конца беги. Там, ну, давай бочки сперва разбей, бежал? Стой. Нет, давай я лучше возьму. Ну, давай, бей, активируй, Б. Как активируй? Ну, активируй. Подожди, у меня слепота исчезает. Ну, давай. О, отлично. Чего о? Только толку от этого. Красный ключ. У-у-у. О, посохи попадаются. Ребята, где выход-то? Противоядие в середине. А, тебе, короче, левее прыжок. Прыжок влево. Еще левее. До конца беги, исчезнет слепота. А говори, куда мне бежать? Прям. Падаешь вниз, налево. Да я хочу этот подобрать. Андрей, налево. Кого ты уже подобрать? Бочки? Ну? Бочки тогда правее. Не, давай ты налево тогда. Куда там? Налево. Беги левее. Теперь направо все время беги. Стоп. Левее. Прыгай направо. Нет, ты прыгай сразу, замежмет одновременно. Че, все? Давай, направо. Вот, беги до конца, подбирай. Все, я подобрал, я сейчас сдохну. У меня отравление. А хоть бежать, тебе говорить, куда... Да я не знаю, куда бежать, я сейчас умру, потому что у меня отравление. Направо до конца беги. Да, я говорю, там наверху лесенка, там два паука, и там для нас троих красная точка. Yes. Блять, у меня убьют это. Пауки, я вижу пауков. Ты умрешь там или тебе надо как вывести отсюда? А я выжил, блядь. Лучше бы я сдох. Направо беги, направо. Вниз прыгаешь, налево. Налево, прыжок. Налево. И до конца налево выйдешь из-за твоей слепоты. Стой там. До конца налево добежишь. А, я превратился, как всегда. Ой, пукает эта штука. Пукает штука. Ой! Все пукает. Везде пукают сплошные пуки. А, он бежит! Это живые растения. Он травляет аккуратно, Андрей. Да, я знаю. Так, подожди, там направо по лесенке. Он набирал целую кучу всего, хрен знает чего. А там стеганые доспехи и всякая такая шняга. Там, если мы пойдем, ты куда? Вот я тут. А. Ой-ой-ой, меня опять траванули. Короче, там до конца направо идти. Если идти, то там будет красный чекпоинт, ну что-то... Да, нам нужно туда, я уже умер. Я там был, я доходил как-то. Как-то было дело? Ну там дойти можно, но там очень опасно. Может кто-то дойдет, и мы присядем. Где? Андрей, ты где? Да я упал. Присядь, кстати. Там если тебя не траванут, то нормально. Кто-нибудь присядьте. Я присел. Сейчас, подожди. А, нету свитков, они каждый раз новые. И у меня есть. У меня есть 4 штуки. Да? А, нет, каждый раз новые, все. Ладно, пошли туда. Ой. Тут тоже модель. А, тут легко. Смотрите, что я сейчас буду делать. Мы не видим. Как не видите? Ты должен видеть. Слепота. А, точно. Там же откат. А, туда нереально, мне кажется. Ничего нет нереального. Это РПГ. Блин, нет, аркады хотел сказать. Давай. Туда не сюда. А, нифига себе. Допрыгнул, что ли? Да. А что за дверь? Свиток мастерства владения. Там наверняка гробики. Нет, здесь катакомбы. Блин, а может мы к нему как-нибудь? Давай свиток мне. Ко мне. Дай мне свиток, Клауд. О, я тут, Клауд, я тут. Дай свиток. Так у меня он все, надо как-то разделить их. Знаешь, там есть, просто щелкаешь, там есть выбросить по частям. Давай. Приходите ко мне, здесь кортик в сундуке. Ты присел? Каждому. Ты присел? А, нет, присел. Присел? Ну да, давай. Летите ко мне. Yes. О, сразу мы и залутал стрелы. Ну что за люди? О, кортик. А что дальше наверх? Куда вы побежали-то? А, подожди, катакомбы-то внизу. А, так это эти есть. О, гробики. Отлично. Очень. О, три гробика, не может быть. Шок. Да, счастье, оно тут. Может, еще за стенами что-то есть? Вот там, кстати, похоже, наверху, справа. Mm-mm. Так, а тут теперь как? Ну все, пошли это. Пытаться?
пытаться. Ну тут, кстати, проще. Точку. Там легко. Через слепоту просто надо. Надо убить этих. Подожди, я наведусь и убью их, подожди. Да не надо наводиться, сейчас пробежим. Ну, кстати, пауки не коцают, да? Ну, я на них навестись не могу, а могу. Я прошел. Давай. Коля. Коля. Я их всех убью, подожди, нифига, я убью. Коля! Убираем, Коля! Да ладно, бегу, так и быть. Ладно, вылечу себя. Ай, меня кусают! Ну давай быстрее. О, отлично. Давайте-ка посмотрим, какие вы проворные. Перед вами глубокая яма, бла-бла-бла. Давайте быстро. Там эти тетки опять. Фигня выглядит просто. Ох, мне не нравится мне этот смешок. Че за звук? Папа. А кентр куда я? Там гоблины. Так-то. Подождите, я тоже хочу посмотреть на гоблинов. Ой! Там, короче, посередине дырка в этой большой. Дырка посередине. Да, давай. Точно, мы точно в эту вот игру играем. Вот прыгай там. Посередине дырка. Посередине дырка. Угу. Бублик, что ли? Ну, да. Там доска, но она... Топор воина. Жалко, что никто топор не качает. Я опять упал. Боже. Восстанавливающее зелье. И... А я убил всех, так что радуюсь. Кого ты всех убил? Паучков, этих растений все убил здесь. Пока. Ой, здесь чекпоинт, ребята! Блин. Зелье ослабления яда. Кстати, очень полезная вещь. Ну, паук, ты идешь там, нет? Да я иду, пытаюсь. Да я пауку. А, пошел тоже паук. А, там дырка пошла! Да я говорил же, ты чем слушаешь? Чего не ржут все, суки? О, я мастерство луком прокачал, правда, нафиг оно надо? Так вы, блин, сказали, как в какую дырку? Я говорил. Я же, ну, блин, так объяснили бы, что такое дырка, блин, в этом. Дырка, это... Я уже понял, что такое дырка, уже не надо уже объяснять. Блядь, дядя. Что, присядь, я телепортнусь, а? А где там, подскажи? Ну вот, чекпоинт справа, наверху. Блин. Антон, присядь. Только я умер. Андрей, присядь. Я присел, давайте быстрее, я сейчас сдохну, наверное. И выкинь свиток. У меня, кстати, зелье. Свиток зелье. Один выкинь один свиток. Свиток выкинь. Сейчас, не быстро делается. Давай, быстрее. У меня есть какой-то свиток пылающей ауры. Все, отлично, давай к нам. Сейчас, ребята, я присел. Я присел. Пылающую ауру нам сделаешь? Пылающую ауру. Давай к нам, я присел. У меня нет телепортации. Нафига ты присел, У меня нет свитка телепортации. Коля, они ходят? Они еще ходят? Я иду к вам. Я делаю им загоралку. Что они там попутали-то, я не понял. Чекпоинт отметьте только, пожалуйста, вместе со мной. Так ты вместе подойди к нам. Воу, чекпоинт! Типа того. Так, блин, так ты за дистак чекпоинта. Чекпоинт у нас находится. Где он? Серьезно, у вас? Давай к нам. Там паук сейчас укусит за жопу. Давай сюда. Yes. А чё вы не подобрали кортик там этот длинный какой-то? Это какого? Уверенно. Парень, ты думаешь... Ты дуешь моё пиво. Что? Так это твоё пивко? Давайте, поехали дальше. Тут подождите, надо... у меня есть свиток жара. Да просто бьём их. Нет, использовать. Охренеть. И чё даёт? Не знаю, сейчас увидим. Вон, они получают анус себе горячий. Сколько у неё жизни-то, я не понял. Да, очень много. Убирайте за сердечко, никому нужно, мне не нужно. Вот, смотри, я просто в них забегаю и все. А тебя сейчас съедят. Да. Так почему ты не убирал сердечко? Я же тебе предлагал. А, я подумал, тебе надо. А, похилился! Ты видел сердечко? Он сам похилил, да. Сел, сам съел, похилился. Кто? Растение само похилилось от сердечка, капец. Я? Цветочек. Растение похилилось. А-а-а. Я в шоке стою. Бейте это, простите. Это классно, что у тебя есть стреляющий такой. Ооо, пачки, ура. Чей доспех поврежден? Наверное, мой. Да я пофиг. Подождите, копия плюс 15. Какие пасхалки есть там, нет? Ты прокачиваешься, что ли? Да. Ах ты, у меня тоже... О, тут еще круче. У меня пятый уровень просто. Не, потом в спокойной атмосфере прокачаюсь. Пока. О, мы умираем, кстати. А, у меня же зелье есть, которое излечивает. Надо качать себе, короче, этот защиту от яда. А тут такого нет. Да? Есть. У меня есть. Там качается. Ослабление яда. Использовать, я сказал. Что за... А, мы тут рядом, так похер, нормально. Да. Так, подождите, у меня еще дофига. 6 очков целых я могу прокачать.
Лед, огонь. А где яд-то? Там жутко. Я там впереди. Перчары. Yeah. Яд качается в этом. Ну, цешку нажимаешь. Ладно, пофигу, и, пошли. А хуй знает. И тут яд. Ой, тут, я думаю, подпрыгнуть, пробежать. И побежать, и пофиг. Похер на них, похер. Какие все умные, а? А дальше-то куда тут? А, наверное, надо всех убить, тогда откроется проход, да, как всегда. Какие все проницательные, да? Ну, чекпоинт рядом, так что... Я вверх не убью. Я вверх сейчас несу, подожди. Вот она. Ну, заряжайся, но посох, мать твою. Андрей, давай, тащи, посох. Все, убил последнюю. Ты чё, посох там собираешь, какие-то манатки с нас? О, широкий меч какой-то. Ну, убивай его, давай, давай, Чак Норрис. Я разочарован в копье. Да, блин. Копье отстой. Ой. Да, что такое, а? Двое ещё, оказывается. Да, там дабл. Копье, ты разочарован? Вон-то какое-то длинное. Не, ну оно помогает, конечно. Помогает, там, а ты хватит. Блять, дабл. Я успел. Интересно, что давай, гриб? Они к тебе пошли? Да блин! Я только зашел. Охерею с вас. Давай, Коля. Давай, Коля, да ты нафиг! О! Съешь этот гриб. Там их трое было, ай! Как их трое? Их двое, а! Там их трое было, одного завалили, осталось трое. Смотрите, у меня, я съел гриб, у меня регенерация. Да ты лучше бы не испытывал судьбу. О. А где Гендальф? Ага. Гендальф тот! Красавчик. Гендальф красавчик, точно. Там сундук, что ли? Да, ты не подбирал там, нет? Кортик. Это мое. Да, осталось. Да. А мне нечем, подождите, я подожгу только эту штуку. Да-да-да! Тяжелое копье. Блин, почему вам падает копия, а мне нет? Я тебе выкину, может, его. Его ж можно выкинуть. Подождите, мы тут уже были. Как? Нет, это что-то поменялось. Андрей, у меня тяжелое копье рейнджера. Пятого уровня. У тебя какого? Да тоже пятого. А ты не сможешь отдать. Ты не сможешь отдать. Оно твое. К аккаунту. К аккаунту? Да, к аккаунту, так. В почте. О, еще одна яма с колями. Хе-хе. Смей сколько хочешь, мастер. Ладно, давайте. Погнали. Давайте просто будем прыгать. Я бы... Это первый заценит, где здесь дырка. А, знаете, где дырка может быть? Вот тут нормально. Точно не тут. И точно не тут. Значит... По центру, что ли? Нет. Крайне. Смейтесь, смейтесь, козлы. О, Андрей! Андрей! Ари! Блин, уроды, а? Они похожи из Дихнюкина, Форео. Монстры. А я все захаваю. Зайду сюда, посмотри, что здесь у нас. О, какое-то подземелье. Прикольно. Интересненько. Слушай, а что нужно? Два гробика, ребят, два гробика в этом. Блин, один забрал, еще один есть. Еврей. Кому надо забирать? За 5 монет, да? Ну, Чак первый добежал, Чак первый заберет гробик. А подскажите, где там? В конце. Вот здесь вот уже скоро будет. Все, не, вот, прыгай. А что за звуки такие? Да-да-да-да, ну типа... Че, вы два гробика взяли, да? Да, ну я не знаю, Чак, ты, Антон, я забрал? Взял. Еще нету больше гробика, все. Блин, нет, отстой. Все. Профукал ты свой. Извини, не в этой карте. Я вас сейчас всех призакружу нафиг, кикну. Зелье использовать в этой карте. Отлично. Так, давайте дальше. Мастер, дальше. Мастер, твои растения раздолбали, давай уже вали отсюда. Я выход нажал, так что уже ничего не почитаем. Даже мы ничего не почитаем, господи, так интересно. Ну, там же так интересно. Посох. Нужно убирать. А этот посох как-то заряжается или как? Ну, мой заряжается, я не знаю, как ваш. О! У меня какой-то рарный. Подождите, скелеты прыгают? Старые добрые скелеты. Идите сюда, уроды, и вы... Ой, вы нас... Они прыгают. А еще, может, залазит? Да, давайте бить их, давайте бить. Они залазят еще. Ну нафиг. Давайте их что. Эти ребята там начались не появятся. О, еще один. А, так они вообще нормально бьют, так мало. Дамажат, кстати. С копьем справляйся. Ой.
В обход, пошли, в обход, пошли, в обход, пошли, 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 пошли. В обход, в обход. Тихо, тихо. Еее! Ой, я урон получил. Я был сейчас как этот папа из Флинстоуна. Не Флинстоуна. Чё вспомнил? Флинстоуна, господи. Флинстоуна? С Гриффина. Ой, там какие-то эти осы. Только их не хватало, да? И скелетов тоже. А скелеты-то к вам идут почему-то. Come on, baby, let me fire. Появилась лестница, видели? Где? Да. Назад, 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 назад. Где лестница? Лестница появилась. Сзади? Да. Где появилась? А, вправо наверх, да? Вверху появилась, да. Ее а где, не... ты, где ты видишь? Была? А, точно не было, не было, не было. Когда ты все, какой-то секрет открывается, либо, наверное, дверь какие-то под... Вау. Может, может там гроб один? Да, было бы неплохо. Подожди, о, сундук, сундук. Тяжелое копье. А вот еще, да. А вот еще дверь. Вот гробики два еще. Бери, бери, Андрей, Андрей. Сейчас. Все. Берите, да, вы такие все. А подождите, свечку-то что-нибудь зажигать. А здесь, может, пробиваются эти штуки? Не пробиваются. Подождите, я взял какое-то копье. Смотри, что за копье-то. Я вообще уровень взял. Защита от огня. Отстой. Так, я хочу качнуть себе что? Правильно. А у меня, кстати, уровня очень много. Целых 5 очков. А у меня 11. Огненная стрела, 4-й навык. Что делает защита? Защита, там всякие заклинания ты сможешь использовать, которые под защитой подразумевают. Ну, типа, всех нас защищать там. Я понял. Такое бесполезная, да, вещь? Я жезл прокачал. Ты зачем? Я огненную стрелу прокачал. Подожди, переписывай книгу заклинаний. А жезлы зачем я прокачал? Ребята, как книгу заклинаний использовать, кто знает? Книгу заклинаний? А, чары, поесть, подожди, чары. Там переписать к себе в этот есть. Чары, я могу ее скинуть, да? А у тебя есть жезлы на 4 уровень? О, ребята, сейчас буду всех херачить. Подожди, жезлы? Ну. Третий. Нет, у меня жезлы только посох. Ребят, зацените. Ты где, ты где? Да хрень у меня. Ну что, пошли, показывай. Подожди, как вы классно все прокачали, я ничем пользоваться не могу. Давай. Вау! Фаербол, блядь! И чё, и чё он делает? Все? Один раз? Нет, 19 штук могу. А порошок красный используется. Чем больше красный порошки... Подожди, у кого красный порошки мне забывать? С чего это? Порошки, ну ты же не... Я себе огонь прокачивал. Что там происходит? Закричал. Я не понимаю, что происходит. Пойдемте. Тут осы, много ос. Много всяких злых парней. Надо улей сбить, ребята, надо сбить улей. Как нам сбить улей, умник? Надо бежать до улей. Нацелиться на улей надо, подожди еще. О, я попал один раз, и он загорелся. И еще раз попал. И еще раз попал. Я тоже попал столько раз. Так, теперь надо этой штукой бить. Все, ну блин, я хер знает. Как ты стреляешь, Андрей? А, я подобрал как это... Копье? Посох, посох, посох. Посох, посох. Подожди, как ты улей? А, вот отсюда могу попасть, да? Ну, стреляй. Ты че куда? А, блядь, куда на улице? О, на улей навелся. Фаервол, ребята. Смотри, он горит, еще урон наносит. Смотри, горит и наносит урон, смотри. Да, 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 да. Это огонь, это фигня такая у огня. Класс, да? Так. Давай бить. Бей улей. Давайте поменяемся. Блин, у меня урон всего 44. Оставьте, какая мне, фигня. Оставьте мне красный, дайте мне красный, я дам других вам цветов. Да встань ты. О. О, да. Ну че ты? О, ты убил. Ты молодец. Осталось всех пчел убить, и сейчас что-нибудь дадут какой-нибудь там. Пишу. Давай. Охренеть, он стреляет, да, из лука? Я навожусь, стреляю. У меня тоже есть лук, кстати. Вот и я тоже. Был где-то. Yes. Блин, нужен лук и 5 уровень. Ребята, дайте мне красных этих. Нет. Я вам дам лучше этих. А вот дай цвет. Нам деньги. Есть оранжевых 49 штук. Give me my money, блядь. Зажали. Хорошо. Блин, я думал, мне можно попасть... Давайте, вот тут можно стоять, она... А я, пожалуй, пойду зелье выпью, у меня есть уменьшающее отравление. Ослабление яда, вам надо? О, да, Клауд, ты так справишься. Убил напоследок, да. Давайте махнемся, кто хочет. Чего, ничего не хочу.
Красные прошли на эти, на любые другие. По сундуку мертвеца. Могу оружие махнуть. Ну, слушайте, после этих боссов будете вау! Слопокать. Отстой, отстой, отстой. Где кнопка? Где тут кнопка? О, ты кнопку нашел? Я? Я думаю, не я. Отравление. Я не хочу умирать. Рывок. Бесполезный рывок. Господи, столько отравлений у меня. А кто нашел кнопку-то? Не знаю. Какую кнопку? Девять кнопку. А, вижу. Там кнопка есть. Да, как ее? Где она? Ну, я не знаю, как бы. Вверху, наверное, где-то осталось. Топор воина. Кому нужно? Не, ну, как она наверху осталась? Дай я убью этих тварей. О! Подожди. Где-то была. Кто сейчас нажал? Ты нажал на нее? Я нажал на нее. Она невидимая, пойди. Подожди, подожди. А, если убьешь разум, то увидишь. Не, правда, где-то была. Ты что-то сейчас нажал. А, нажимает этот жук. Жучок нажимает. Там нет кнопок, где жучок. Да прям, где-то есть? Есть, есть, наверху, наверху, видишь, идет, ползет. Да какой смысл? А, вон, подожди. Наверху ползет, просто надо попасть сейчас вовремя. Где он? Вон он, наверху, самый. Давай, Антоха, чё? К нам давай. Беги быстрее, беги. Сейчас будет прыжок, видишь, наверху червь ползет. Да. Вот сейчас, раз, два. Блядь. И теперь ждать, когда он снова туда подползет. Экстрим, блин. Может, как-то можно другой способ найти? Нет, надо ждать этого сраного червя. Это хрень, а где кнопка? Я не вижу его. Где так вы? Вон, видишь, наверху, типа мина. Как убить эту тварь? Он не наводится мне на него. У вас наводится? Скажите, я не вижу. Когда прыгать? Ты что, не видишь, что ли? А, вижу, в самом конце от фонарика, все, да? Все, да, вот он сейчас. Фонарик заходит, прыгаем. Все, готовьтесь. Прыгай! Есть! Охренеть! Активность какая, да? А что там? У меня здесь уже 6 штук уже. Подожди, пусть он пускнет. Отходим. Сейчас будет харчок. Ну? Не будет. Отходим. Отлично. Ой! Превращение призрака? Зачем мне превращение призрака? О, я взял кольцо защиты воина. Круто. Убейте эту тварь вверху, которая летает. За кольцо защиты воина. Вот так вот. Защита воина. Я думал, там Андрей там прыгает, а оказывается прыгает Антон. Дин, я сейчас на ее тоже умру. 10 есть, так что 50, я зарезу. О, от яда. Так. Грибочек. Ладно, сижу еще на оранжевый качнем, чтобы покачать. Ну ладно, качнем к следующему уровню. А как ты заклинание используешь? Вот так он его поставил, клавиш, поставил на клавишу. А как ты его купил? Ладно. Сколько много вопросов. Я не покупал, мне дали давно. Вот, подожди, там черчок. Yes! Окей, красавчик. Ладно, не как сейчас убить вот этого, наверху, который... Так. Вы как главное, убить, у меня есть главное. Так, блин, ну так. Как убить? Ты почти добил же Чака. Давай пускай Андрей копьем убьет его и все. А! Черт. Yeah! Иди туда, ты можешь, кстати, нам нажимать на кнопку. Да, только убей всех. Ну давай. 13 бьешь, ты что-нибудь нормальное есть вам за оружие? У меня такое оружие. Ну это видишь, на каждого монстра свое оружие. Да у меня вот много бьет. У меня этот способ устраивает. Как минимум 26 в любого. Ну вон, видишь? В босса. А я могу вот так. Ай, я забыл про то, что что-нибудь замолчил. Лошара. А может просто перепрыгнешь их и дойдешь до кнопки? Они меня откидывают, я не могу пройти. Отстой. Ждите. А у тебя есть? Ждите. Подожди, присядь. Сейчас присядь, просто да, так. Сейчас такие хитрецы. И сейчас куда-нибудь влево. Бака. О. Ну нифига себе у тебя урон! Вон урон, смотри, 26-24, это мой урон. Порошки меняются. А, может убьем червя, получим подарок.
Вон лестница. А, лестница. Ну, конечно, а, логично. Еще куда? А, все. Куда, куда? Вперед. О, боже. Наверху. Нет, наверху это не стыдно. Похоже на босса. Босс. Ай, наводись, наводись. Навелась. Лезь наверх! Лезь наверх! Я умру сейчас! Я такой мертвый, просто под самые помидоры. Хочешь наводиться? Наводись! Сучара, о! Блин! Жрал сыр напоследок и умер. А, сюда что ли вниз? Че, куда вниз? Не туда? Туда, куда я думал. Куда я не думал. Потому что я что-то пропустил вот здесь вот. Надо подобрать. Кольцо мясника. О, это интересная штука. Там еще что-то кольцо есть? Интересно, очень интересно. Ты как туда попал? Урон топорами, кому нужен? Блин, отстой. Вот надо было топоры прокачивать. Да. Я не зря качал себе мага. А, крутой. Давай, чеки тащи. Че тут происходит, ребята? Ты уже прошел, Андрюха? Да нет, я все бегу туда. Вот, кстати, вижу тебя. Да, я думал, ты просто прошел. Надо пробежать, я думаю, просто пробежать. Нет, я убью их сейчас с лука. Я должен что-то убить. А, нет, она наверх залазит все-таки. Угу. И тогда убьешь их с лука? Убивай с лука этих. А куда идти-то, расскажи, Клауд. Придется пожертвовать собой, короче, чтобы убить этих дебилов. Ты расскажи, куда идти. Убей до конца. Да что такое вообще? Да, куда? Ты вниз красавец, всех там, убил. Вниз-то прыгать, ну. Вниз надо? Конечно. Даже еще. Вы хоть добили бы последнюю тварь. Блин, куда вниз-то не может, может, что-нибудь появилось, может быть, какая-нибудь лесенка появится. Да, 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 лесенка. Лучше добивать всех врагов на уровне. Не, видите, там... Шесть огненные стрелы, yes. Хоть что-то. Где? Надо четыре этого добить. Четыре жезлы. Да что вы издеваетесь? Yes. Я добил, и что произошло? Ничего не произошло. А куда идти? Так а что, у вас жезлы не заряжаются? У меня заряжается почему-то. Нет, да. У меня просто жезлы четвертого уровня. Не, это просто меня... жезлы одноразовые. Куда да, идти-то да. Дальше? Вниз. Нет. Блин. Тогда налево. Налево нужно как-то идти. А вы убили все эти твари? Да. Видимо, нам вообще не туда. Карту смотреть надо будет тогда. Карту смотреть, хороший. А вот сюда кто-нибудь падал вниз?